Коннишуа! Запомнить довольно просто. Сначала конь. Ну, это такой жеребец, как Эмильен. Спасибо. Потом иш. В смысле, иш какая грудь? Не принимай на свой счет, я просто привожу пример. И а, ну как а, коннишуа! Пробуем. Коннишуа! Коннишуа! Что это за слово? Это «здравствуйте» по-японски. И вы должны его крепко запомнить, потому что меньше чем через час наш славный город Марсель принимает министра обороны Японии. Мсье Те... Мсье Тефу... Темушила... Мсье Теш... Теф... Нет, Татриша Якако... Ну ладно, просто Япошка. Япошка прилетает из Токио. После дня взятия Бастилии намечена важная встреча на высшем уровне. Она пройдет в Париже, но прежде он посетит наш город. Угадайте, почему? Из-за климата? Замок Ив? Да, замок Ив. И? Кухня! Наш пастис? Знаю, знаю. Матч Марсельского Олимпика. Нет, вы просто свора недоумков. Наш антимафиозный учебный центр! Конишуа! Конишуа! У японцев большие проблемы со своей мафией джакузи, то есть якудзой. Их бандиты совсем обнаглели. Они похищают даже членов правительства. Министр обороны был в Англии, Германии и теперь едет во Францию. И давайте договоримся, мы должны утереть нос толстым колбасникам и напыщенным денди. Мы побили их на чемпионате мира и отстоим свой титул. Естественно, я составил план операции, который сейчас изложу. У нее кодовое название «Операция «Ниндзя»».